Власти Харькова вернули одному из проспектов имя советского маршала Георгия Жукова. За это проголосовали подавляющее большинство депутатов Горсовета, 62 против 6. Противникам переименования не помог даже митинг несогласных у здания. Впрочем, он тоже не собрал много сторонников. В 2016-м проспект попал под действие так называемой кампании по декоммунизации. Он получил имя Петра Григоренко, правозащитника, выступавшего в защиту депортированных народов. Борьба за возвращение имени Георгия Жукова началась летом прошлого года. В декабре на общественном обсуждении за это высказались 2/3 голосовавших.